Давайте с вами посмотрим, кем вы были и кем вы стали для него, для мужчины. Кем были и кем стали. Приходите на личные расклады по акциям. Кем вы были для него? Чем-то новым, да, что очень заинтересовало. Можно сказать, таким входом в какой-то новый мир. Кем вы стали? В прошлом. Человек из прошлого. Почему-то ничего не получилось, да? Почему же не получилось? Движения было много, да? Может быть, интересов было много. А может быть, по этой карте, как я люблю говорить, да, два человека так настолько быстро пробежали время, которое вот им было дано, что даже, может быть, и не заметили. Но такое ощущение, что здесь человек хочет обратно прийти из прошлого. Стоит за дверью, девочки, в прямом смысле этого слова, за дверью, но он боится открыть. Почему? Потому что либо в блоке, либо, может быть, не видит, как это быть заново с вами. Он хочет, он боится. Блоки, внутренние закрытия, какая-то внутренняя неуверенность может быть у человека. Почему? Думает, что все уже прошло, думает, что время ваше, оно истекло, может быть, у вас что-то новое. Потому что, да, все-таки колесо сансары крутится, оно не стоит на месте, но такое ощущение, что вот эта вот прокрутка, она может быть вперед и назад. Он думает, что время ваше прошло, но все равно человек прикатился обратно. Что же будет? Стоит за дверью, девочки, думает и вспоминает прошлое. Стоит за дверью и думает, так как оно. Нету сил, может быть, даже нету нету посыла в руку открыть. Извините, собака у меня тут закашливается. Нету посыла открыть дверь, понимаете? Боится мужчина. Он вспоминает, вспоминает прошлое. Каково это было с вами, да? Как это было? И здесь время для любви. Вот он знает, что оно наступило, но он боится почему-то сделать вот этот вот шаг. Шаг есть, нету рывка двери, понимаете? Будет ли рывок? Девочки, вы знаете, рывок, рывка не будет. Рывка не будет, здесь либо человек будет все делать для того, чтобы вы сами открыли дверь, либо ничего. Вот так. Ничего. Здесь только смотрение, может быть, что-то напишет. Вот напишет, вынудив вас самой открыть ему вход. Потому что сам кишка тонка открыть. Страх. Как будто чувств нет, а чувства есть. Хочется любви от вас. Да, хочется, но сделает серьезный вид, напишет, да, и будет вынуждать провокации какие-то делать, чтобы именно дверь открыли бы ему. Сам, да, сам не отважится, девочки.